Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами возле путепровода шоссе Героев Сталинграда. И давайте посмотрим этот отрезок подходов и моста, что и как. Ну, посмотрите, не успели построить дорогу к мосту. Здесь уже вот на старой дороге построили шиномонтаж. Получился здесь тупик такой вот рядом с новой дорогой по шоссе Героев Сталинграда. Вот в этом тупичке построили СТО. Ну вот, все течет, все меняется. Ни один метр не пустует. Ну а мы с вами делаем разворот, заглядываем в сторону станции Керчь-Южная, городок строителей, путепровод шоссе Героев Сталинграда. Вот она, железная дорога, светофоры. Прям непосредственно возле путепровода находятся. Вот их здесь сейчас хорошо видно. Заправка с вареничной, дом с картиной. Разворачиваемся и давайте проследуем в сторону моста и посмотрим на это грандиозное сооружение. Наш домик с пальмами на месте. Вон он впереди, никуда не делся. И посмотрим на это грандиозное сооружение. Что самое интересное, несмотря на всю технологическую инновационность объекта, это не первый проект моста через Керченский пролив. Во времена СССР был разработан не менее амбициозный план грандиозного строительства. В 1949 году инженеры Советского Союза спроектировали мост с учетом всех прошлых ошибок и применением технологий, опережающих свое время. По их задумке, одноуровневый мост должен был переходить в двухуровневый, что для того времени было весьма смелым решением. Инженеры намеревались запустить автомобильное сообщение прямо над железнодорожным. Согласно эскизам, мост должен был соединить Крым с косой Чушка. Архитекторы задумали возвести на одном берегу стелу с гербом СССР, а на другом огромный монумент в виде товарища Сталина в полный рост. Проницательным взглядом вождь вглядывался бы в морскую даль. Однако грандиозному проекту не суждено было воплотиться в жизнь. Стоимость моста была непомерно велика для восстанавливающейся после войны страны. Когда проект моста утверждали, перед правительством СССР прозвучала фраза: «Товарищ Сталин, это будет царь-мост». На что вождь ответил: «Царя мы свергли в 1917 году». И на этом проект был свернут. Современный проект Крымского моста уже активно воплотился в жизнь. К огромному сожалению, что мосту 1949 года так и не было суждено воплотиться в жизнь. И очень жаль, грандиозный и очень смелый проект. Так что кому интересно посмотреть на визуализацию этого проекта, зайдите ко мне в группу ВКонтакте. Как всегда, Александр Михеев на передовой и выложил рассекреченные схемы и чертежи этого моста, который должен был быть построен после того, как предыдущий мост снесли льды. Ну а мы продолжаем с вами наше движение и смотрим все-таки на построенный Крымский мост после нескольких попыток, одной неудачной, и после проектирования других проектов этого моста. Мост возведен, мост работает, и теперь мы ждем открытия грузового движения. Сейчас мы находимся с вами как раз в том месте, где были собраны арки автомобильные и железнодорожные. И на понтонах были переправлены в фарватер, где установлены и стоят по сей час. Вот такая здесь великолепная картина открывается нашему взору. Искусственная насыпь, это восьмой участок, и дальше по... Thank you.
возвращаемся с вами обратно после такой красоты. И давайте немножко времени уделим месту, где все происходило. Здесь совсем мало я уделял вот этому месту времени. Это строительная база, где располагались строители моста. И городок строителей, где жили строители. По вахтовым методом, вот он, видите, стоит, еще не разобран. Там огромная площадка, все, естественно, оттуда убрали. Это нижняя цементная слободка. И тут находится же район Нижнего Солнечного, Верхний Солнечный.